Пролетарском районном суде города Твери федеральным судьей Мариной Сайковой рассмотрено уголовное дело в отношении 40-летнего жителя Твери Самвела Арутюняна. Он обвиняется в убийстве своей жены. Трагедия произошла в областной столице 19 февраля. Сам обвиняемый своей вины не отрицает, хотя и говорит в суде, что от его ножевых ранений супруга умереть не могла. Экспертиза утверждает обратное. Гособвинение на процессе представляет прокурор Тверской области Сергей Лежников. Подсудимый в судебном заседании не оспаривал фактических обстоятельств совершенного деяния, пояснил, что в ночь на 18 февраля текущего года, когда жена не ночевала дома, 19 февраля около 15 часов пришла домой и призналась, что изменила ему. У них возник конфликт, в ходе которого он схватился от шкафа, расположенной на кухне, нож с металлической ручкой и унес ей два удара в область живота и туловища. Она при этом спрашивала, что он делает, и что он ответил, что это урок за измену. В ходе предварительного следствия проведенные экспертизы установили, что Арутюнян не пребывал в состоянии аффекта, психическими заболеваниями не страдает. Трагедия в том, что в семье убитой и подсудимого воспитывались двое детей. Прошу признать Арутюняна Самвела Маркарамовича виновным в совершении преступления, предусмотренным частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, назначить наказание в виде 9 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 год. Местом отбывания наказания в виде лишения свободы определить исправительную колонию строгого режима. Сам подсудимый на предварительном следствии и в зале судебного заседания настаивал. Убивать жену не хотел. Этот же факт просит учесть суд и адвокат Арутюняна. А еще то, что подсудимый написал явку с повинной. Дана она, как видно, была без участия адвоката, добровольно. То есть человек сам вызвал полицию, вызвал до этого скорую помощь для того, чтобы быстрее оказать медицинскую квалифицированную помощь своей раненой супруге, сам отнес ее. Этого человек, желающий смерти, другому человеку делать не будет. Дети в этой семье фактически остались сиротами. Мать убита, отец арестован. Родственников нет никаких? Здесь нет никаких родственников. 18 лет вы вместе жили? Да. Раньше такого не было с ее стороны, как я поняла? Нет, не было. То есть вы мирно и хорошо жили? Хорошо жили. И в Армении, и во Франции, и здесь жили. В разных государствах, да? Да, три государства. Вердикт суда – признать Арутюняна виновным. Суд приговорил Арутюняна Самвела Маркарамовича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить его меру наказания в виде лишения свободы сроком на 8 лет с ограничением свободы на 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил. Будет ли сторона защиты подавать апелляционную жалобу, пока неизвестно.